ехали, мы ехали, и тут увидели мы, что здесь, опа, и решили мы поехать попробовать новое место на Ислаче, чтобы что-то разведывать новое, не только каждый раз одно и то же. Да, ну тут все красиво, конечно, но как бы где стоять непонятно, все в машинах. Все-таки наш формат предполагает наличие хорошего живописного подъезда. Е-е-е-е-е, зато тут покошено и синий трактор. И оранжевая поливачка. О, кайф. Фух, здесь не покошено, но зато и турслета нет. Не отходя от кассы, можно набрать? Пахнет шабор. Поспытай. Жучок, ты куда? Эд, я обратно сюда. И тижу. Ну, стартуй. Я здесь. Эй, хорошо, я здесь. Хорошо, нет, я здесь. Тебя. Спасибо. Так, мне. Тебя. Ты кому даешь? Мне? Опа. А, к я маме. Как видите, у нас тут летает мяч. Вау. Сказала перед нашей поездкой, что салат этот делать не хочется, чтобы там не горячиться, на коленке это все там не это, как-то неудобно. Даже можно под дождем готовить. Так, вот мы обычно в такие поездочки делаем свой домашний хумус по особому рецепту, который всегда на глаз и на вкус. Я, это я.
последнее время мы стали неровно дышать к вегетарианским сосискам. Из чего сделана вот эта вот оболочка, ты знаешь? У меня тут одна беленькая. Я думаю, что здесь основное это сейтан. Пшеницы, по-моему, делают как-то его. Ну, тут просто специи, куча специй, каких-то этих ароматизаторов. Иди, я хочу их поймать. Опа! Андрей говорит: папа, срочно бери свою камеру и иди снимать туман. Я как-то не отнесся серьезно вначале. Круто. Андрей будет смотреть, что будет с пузырем, если он попадет в костер. Что делать? Не пускается, лопается сразу. Фух, доброе утро. Бегай. Юху. Утреннее развлечение для вашего ребенка. Да, нашему ребенку не помешают развлечения. А то он уже много проблем придумал. Ну что, мне вообще понравилось спать в кемпере. Удобнее, как-то чище, приятней. Мягче, чем в палатке. Очень крутая вещь — окно. Во-первых, для вида. Во-вторых, для терморегуляции. То есть открываешь — становится сразу холоднее. Закрываешь — становится теплее. Это прям быстро и сильно влияет. Наш утренний шеф. Я тут понял, что этот козырек скорее не от дождя, а от солнца. Кран помыть руки, конечно, тоже классная такая. Добавляет комфорта сразу капитально. Sweet and salty. Ребята из перевала, я надеюсь, вы это не специально сделали. Когда баллон установлен, то вот эта штука не закрывается. Когда баллон отключен, то она закрывается нормально. Если это специально, то это какой-то супер злой инженерный гений. Вот эти вот полочки тоже обалденно работают. Все очень удобно, когда готовишь. Все очень удобно сюда подсложить. И вот здесь тоже куча места. Тоже класс. Андрюха, аккуратно голову. Отлично. Закрываем. Поехали. Покупайте щиты, это для мужчины. Покупайте вот щиты эти? Для мужчины. Мне кажется, это для прицепа, а не для машины, Андрюх. Здесь вот классный механизм такой. Позволяет регулировать открытие окна. Здесь москитную сеточку можно размотать. Куча места для вещей там позаботились. Ребята пледы положили, подстилочки, цветчик. Так мы и не воспользовались, сразу легли спать. Вот у нас температура, можно посмотреть, 31 градус. Это внутри, и это в 10 утра. Ну да, но все-таки по ощущениям, по сравнению с палаткой, как-то он лучше изолирован и звука, и тепла. Все-таки тут вот на Ислаще места много, но таких, чтобы с теньком, как наша полянка любимая, таких
Не всегда. Ну или занимают их в первую очередь. Так что сейчас поедем искать что-то с удобным заходом в воду и с теньком. Куда-то такие караваны едут нам навстречу. Оказывается, это сплавщики. Сегодня здесь парковочка получше, посвободней. Хорошо, что много тенька. Про свой я проект. Делаю яму, как бы, чтобы вода не выливалась. Это будет мой бассейн, чтобы Олесь мог в нем все побыть. Ага. Собаки ходят. У меня грязная рука. Грязная рука. Ну, зайди в речку и помой. Окуни руку в речку. О, видишь, какой ты молодец. Герой. Сам помыл. Олесь, купи-ка водичку. Я укрепляю стену иногда. Я видел, когда она отвалилась вот такой. Угу. Я вдруг подумал. Ага. Надо закрепить срочно. Класс, ты еще и поддерживаешь это дело все. Да, чтобы... Самый лучший старший брат. Помыть. Пыльцища. Вечный двигатель. Нет, она опять грязная. Ничего себе. Мы идем смотреть пещеру дракона. Совсем не боишься, Олесь? Я боюсь за него. Боишься? Да. Ага, правильно. Пап, это же не дракон. А кто там? Просто пещера? Да, просто пещера. Понятно. Так, а тут что? Какая-то землянка прям. Ого, ничего себе. Она еще и закрытая. Вот дают. Так. О, тут какая-то двуспальная кровать или что это? Такая землянка. Какие тут интересные грибы красные. И не снимают. Отличная получилась поездочка. Остался последний штрих. И едем домой. Точнее, сдавать прицеп. Интересно, это мы сделали или не мы? Сейчас при сдаче узнаем.